Привет, друзья! Сегодня у нас 6 октября 2020 года. Снимаю инжир сильнорослый. Вот в этом месте я говорил, что вот он сильнорослый. Вот его там основание куста. Вот в этом месте я говорил, что сделаю, нужно отводочек. Вот этот отводочек висит. Сейчас показываю, что внутри. Ну, получается вот такие вот корешочки уже видно, что образовались, и вот часть корешочков, конечно, оборвалась. Почему? Лучше бы сюда, конечно, было баклажку 6-литровую применить, было бы намного лучше. Вот недостаток, они бы в ней остались, да? Недостаток все-таки пакетов вот таких крепких, что все-таки, ну, вот не учел, что земля тяжелая, обрывается. Ну, тех корней достаточно, конечно, но лучше баклажку. Вот, всем до свидания, всем пока.